Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 4, секция 1, упражнение 3. Read and match the following characters to the pictures. Fill in the table. Прочитайте и соедините следующих героев с их изображениями. Заполните таблицу. Окей, обратите внимание, что у нас герои обозначены буковками английского алфавита. Соответственно, картинки цифрами. Так, давайте прочитаем и переведем имена героев. Робинзон Крузо. B. Шерлок Холмс. C. Том Сойер. D. Пиноккио. E. Гекльберри Финн. F. Робин Гуд. G. Винни Пух. Окей. Теперь посмотрим на картинки и заполним табличку. Как вы видите, всего 7 картинок. И, соответственно, картинки под номером 1 будут соответствовать имя под буквой G, которая находится. Мы видим там Винни Пух. Второй картинке будет соответствовать буква D. Пиноккио. Третья картинка — это, естественно, Робинзон Крузо. A. Четвертая — C. Том Сойер. Пятая — F. Робин Худ. Шестая — E. Хакклберри Финн. И седьмое остается B. Шерлок Холмс. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.